с заботой о ветеранах. В преддверии Дня Победы в Центральном районе организовали ежегодную диспансеризацию участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. В Северо-Западном центре доказательной медицины пенсионеры получили консультации у эндокринолога, кардиолога, невропатолога, а также сделали ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, сдали кровь на клинический анализ. Все самые необходимые здесь врачи есть. Когда организовывают всех людей по всем специалистам пройти, это очень удобно. И обязательно это нужно регулярно. Акцию проводят четвертый год, помимо плановых диспансеризаций в районных поликлиниках. Сюда приглашают представители ветеранских организаций и тех, кому по медицинским показаниям нужны консультации узких специалистов. Акцию приурочили не только к 71-й годовщине Великой Победы, но и к началу удачного сезона. Результаты обследований пообещали подготовить максимально быстро.